Всем привет, дорогие друзья! В этом видео хочу показать для начинающих самогонщиков, что как нужно правильно делать. То есть на примере вот такой вот, если колонны, ну тут пока, значит, до конца не доделано у меня. Вот, смотрите, что лучше всего делать при достижении вот 64,5 градуса. Это я уже пропустил немножко, нужно было пораньше чуть-чуть. В общем, при этой температуре уже пора включать холодную воду. Не сильно так, это без особого фанатизма. Но я думаю, видно, как течет. Вот. Чтобы охлаждался наш дефлегматор уже. Холодильник пока охлаждается, но это без того. Пока дефлегматор. Вот. Потому что при достижении температуры где-то приблизительно 75-77 уже пойдут первые капли. То есть у меня пока в сухопарник. Ну и они же потом и пойдут, то есть уже в холодильник, чтобы нам отсечь головы. Так, в общем, пока банка сухая, ну, точнее, она просто запотела, была она влажная, неважно. Вот, 66,8. То есть сейчас, как будет запотевать банка, я покажу, сколько будет температура. Это уже скоро. Так, вот, ребят, в сухопарник уже пошли первые капли. Он у нас наполняется. Как мы видим, капает. Тут все течет, струится. Вот. 81,6 градусов. 81,9. Грубо говоря, 81-82 градуса. Уже все. О, все. Сейчас сюда пойдет первые капли. В общем, как я и сказал, воду на дефлегматор надо включать в районе 63 градусов и ждать. Ближе к 80 начинают первые капли. Как по правилам, спирт начинает испаряться в районе 80 градусов. Вот, я уже чувствую, слышу журчание. Поэтому вот слышно. Вот. Сейчас пойдут первые капли. Отсекаем 100 грамм валов. Переливаем в нашу тару для использования в дальнейшем в виде протирания кроссовок. Но это не важно. Ну все, ребят, значит, вот так вот все просто делается. И, кстати, что самое интересное, когда у вас идет колонна и стоит банка, хвостов вообще нет. Как перестал капать из холодильника вот отсюда, все, забудьте про все, можете выключать смело, и все, никаких хвостов там не будет у вас, все, потому что все, весь мусор остается здесь. То есть это очень грамотная вот такая вот позиция: сделать колонну, потом шланг, сухопарник, потом поставить холодильник. Вот так вот продукт получается офигенный, все лишнее остается в банке. Не заморачивайтесь, короче. Ну вот, в принципе, все, ребят, что я хотел сказать. Гоните правильно, будут вопросы, обращайтесь. Я как начинающий вам подскажу для начинающих, что знаю, что сам учел, заметил. Ну, в общем, как-то так. Всем спасибо за внимание, всем удачи, пока.